Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей игры за Кри в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Кроме того, напомню, что спонсоры видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Приятного вам продолжения просмотра. Ну, он тут мне немного, по-моему, может сделать. Что он делает? Так, надо, наверное, плыть, дань с людей собирать. Не, ну Рио должен взяться, блин. Опять генерала прям набил даже. Блин, 8 ходов, я боюсь, что я в нормальный век выйду. О, броненосец с плюс одним уровнем. Это здорово. Правда, угля нету, но он, наверное, все равно посильнее будет, чем... мощь, а здесь 50. Как у вас там война, Испания, бразилец? Ну, Рио, наверное, возьмется и все. Рио? Да. Ну, это столица-то. Так-то столица, да, но я ее удержать не могу. Проблемка. Надо было просто быть Никитой. Что быть? Надо было просто быть Финикией. Да. Бы смог поддержать. Нет, надо было быть атаманом. Османом. Опа, я мог им атаковать. Испанец, что ты мне подсказываешь, что не твое это? Не надо было тебе город ставить. Не, ну минус Джейроса тоже, знаете, ждать.
не весело. Совсем. Блин, бразилец-то утомился своими этими писателями. Тебе их девать некуда, да? Конечно. Ну и как карбонит Гравел стоят? Не, нормально. Блин, да я ступил. Каравеллы просто прокачиваются и все. Не, ну если там взять иноверцев, карточку, там какого-нибудь олигархии, еще что-нибудь, там арбалеты могут больно. Буквально в предыдущей партии арбалеты фигаты убивали. Да ну, просто берете, я не знаю, бомбарду, катапульту, где он больше удобно. Так карточка олигархия, она что, ближняя? Кстати, ну, я как бы, я не знаю, арбалеты вообще не пробивают. А. Ну, очень плохо. Стоп. А, так у меня олигархи и так, что ли? Я пробивал. Фрегаты... Наверное, мы уже... Тут мародерство уберем. Может, еще и генерал. Да. Может, там было так много обмазано, что... Каравеллы и фрегаты падали. А у тебя стены стояли какие древние? У него стены какие-то стояли, я не подам. Не, я имею в виду в Рио какие. Древние. Минус 20 дефицит уголь, здорово. А, ну тогда давайте так сделаем. Ну, Рио должен упасть следующим ходом. Давайте, кстати, килут сегодня построим. Так, ну я, видимо, в нормальный век выхожу. Я сейчас Рио заберу. Это очки. Да, ну нету. Нету селитры. Может, кто даст? Финикийца, можно я у тебя холм выкуплю, а? Андетка, а ты... Ну, я тебе мир кинул, ты не будешь принимать или ты не видел, что я кинул мир? Чё, даже столь не даже? Так, Финикийс, если ты опять что-то там задумал, то я тебе напомню, что у меня с селитры всё апается. Да выкупи.
Это для моей же безопасности. Ей! Рио пал! Мы проведем карнавал на костях поверженных врагов. Как ни странно, даже почему-то плюс идет по лояльности в нем. Это нормально вообще? А, Артемида там. А, точно. А, и Колизей. Воу. Это я хорошо зашел. Это ты у испанца забрал? А? Ты у испанца забрал? Почему у испанца? А, у этого? Мы решительно осуждаем. Да, ну конечно, долбиться в стены каравеллой в одну клетку, это, да, я вам хочу сказать, конечно. Так ты себе. Ты мне ничего нового не открыл, если все уже, думаю, походили по дому. Нет, в принципе, если две клетки, то вполне можно. Но в одну клетку, это сколько я ходов? Это по древним стенам, там если средневековые стоят, то... То вообще, да, печаль. Хреново очень. Опа, вывело. Просто плюс еще плюс 100 сверху внешних укреплений. То есть ты бы в два раза хуже долбил. Ну то есть если бы он поставил следующую стену, я бы просто не взял этот город, скажем так. Кровелами, да. Осадная башня на кровелы не работает? Нет. Как, то есть приплыть осадными башнями, встать под город? Осадную башню с каравелла, вдруг она работает. Ну, я знаю точно, что таран работает. Значит, и осадная должна работать, раз таран работает. О, кстати, я сейчас чудо еще построю. Сколько ходов? 5. Там никакой этот не набился. Блин, надо какой-то тут юнит купить, наверное. Так, где ж мне очки-то взять? Эти алян в аквакультуру повышу. Здесь надо вырубать, наверное.
150 науки. Кошмар. Это у кого? Есть один. Осман. Да блин, если бы ты ко мне не приплыл, у меня бы уже 200 было. Видишь, хорошо, что я к тебе не приплыл. В смысле, хорошо, что я к тебе приплыл. Плохо, плохо. Блин, надо что-то купить. Кенюры. Арбалетчиков может купить. Колесница, всадники. Ну, кстати. Кстати, всадники дадут мне очки, между прочим. Как использование лошадей. Если некуда ставить города, какой выход, кстати? И тут подожди, Соло, ты же купил. Самый мирный игрок из всех игроков цивилизации. Это я согласен. Подожди, а почему не купил? Я что купил вроде. А где его? А, вон где арбалет. Блин, тут еще раз до одного можно купить. Просто когда с таким стартом тебя приплывают еще вначале столько совсем. Ну ты про игрок, ты выкрутишься, что? Это я с такой от печки говорю. Андетка, а что там в сикхизме? Хоть что-то хорошее? Там андетка религии хочет победить, ребят. У нас есть противовес. Так, сколько мне не хватает? 2 очков и 3 хода. Блин. Да вообще, так, пророка могу купить, торговца могу купить, да? Инженера. О, инженера. Сомнительная попытка. Купить инженера и ускорить Киеву Кисевани? Блин, ему тут далеко идти. Чё, царя, где этот инженер купится? В какой? Да я еще профессионал, я еще в обычный век падаю. Это вот совсем профессионал. Ну я тюнинг-то... Слушай, бразилец, а около места Хисипика ты так и будешь держать этих дуболомов бразильских? Хоть бы город поатаковал, что ли? Блин, да что делать-то? А, ну мне одно очко даст сам великий человек. Короче, покупай инженера. А, все. Все. Золотой век, отлично. Фух. Я молодец. Блин, а чё? А поселенца? Если захватываешь город с поселенцем, то поселенца не дают. Какая вот тяжёлая судьба. Я считаю, Лёша Вармонгер. Там, у него там город с Артемидой и Колизеей. Ну я не знал, честно говоря, когда я нападал, что там Артемида и Колизей. Будешь знать в следующий раз, как в чем не повинных бразильцев. Он виновен в том, что у него этот минус Джейрос будут.
О, еще появилась Вера. А, убили. Так. Данес, ты можешь потом на джонках приплыть. Да, у меня тут это, небольшие проблемки. Я... Мне нужно много денег, чтобы выйти в золото. Да, сейчас через два хода у всех проблемки насчет науки. А я с не с наукой. Хотя, ладно, будем нормально. Может, раз у меня есть инженер такой хороший, напечатание? Ох, кто-то богатый купил. Да, у меня. Рейна, Пингала. Давайте, Амани. Паскво Аскик. Ни хрена не успеваю. Так, ну тут сейчас стены появляются, Рио-де-Жанейро не берется. Арбалетами. Ураганы тут какие-то беспонтовые на меня нападают. Сколько можно? Интеркоммерции 102 хода строится в городе с 5 жителями. Это очень смешно, кстати, выглядит места Хисипик. У меня вокруг города бразилец, в общем, взял дуболомов у Гонконга. И они сейчас вокруг вчетвером стоят полностью убитые в 1 хп, атаковали город, у которого сила 50. Но я их убить не могу, у меня там юнитов нету. А он, соответственно, не может город взять, и он там поцарапал стены такие, знаете, пришел дубиной, поцарапал стену у города, написал там матерное слово. Блин, сколько-то островов каких-то маленьких. Все, конечно, очень весело, Леша. Ты просто пытаешься прикрыть шутками свой геноцид бразильцев. Ну это так, да. Прямо сейчас мы в Рио-де-Жанейро разводим костры и жарим там не сдавшихся бразильцев в адском пекле. Бразилец, ты уже по идее должен быть в Жирайсе. Что с тобой? Он меня тормознул. Меня очень хорошо поймал, видишь. У меня бы еще ходов 5. Дай дурак, я не построил этих корабликов своих. Ну, я их только начал строить, и он тут же приплыл. Ну, я буквально два хода. Покупай. Че? Я тебе дам денег. Купишь квадрирем и апнешь. Блин, я вулкан поселенца уничтожил. Там 3 джирайса, у него весь флот отлетает. Давай, я жду. Я не понимаю, а, Соло, может, давай ты сядешь за бразильца, будешь играть? Нет, просто меня стопнули, почему, я стопнули. Почему рассказывают другим этим? Другим этим? Как Леш, со мной, ну, смотри, воевать? Не но мы же тут учимся играть, или как? Почему учимся играть? Ну, кто-то вот новенький, я, например, новенький, я учусь. Тебе все, Леша, известно, мне нет. Да, я бразильцем играю в первый раз. Все мне известно. Всевидящее око. Ой, господи. А, век закончен. А, ну тогда боль, тогда боль.
ты знаешь, что вот эти все осадные штуки, они на стреляющие юниты не работают? Прозерец, раз уж мы тут. У нас обучающее видео, оказывается. Типа. Название было. Написано, что игра for fun. Что, я думаю, мы все фанницы вроде. А тут он столица. Где фан? То есть вот это таран, что ты подвел к Рио-де-Жанейро, он на арбалетов не действует. Да на арбалетов-то понятно. Я там мечника вел. Ну, так он не сможет город захватить. Не сможет, я понимаю. Господи, тут ГГшку за сузерение. Этот город не отваливается, ну ничего себе. За люди такие кровожадные. Что, к Бразилии отплыть, что ли? А, бразилец, суйди, пожалуйста, своим этим разведом. Около бару. А куда? В любую другую, на любую другую клетку. Имеет право прохода, если. Я кинул. Чудеса я тут могу построить. Ападана. Касса. О, три повышения губернатора. Не. Не хочу. Так, вот здесь водяную мельницу. Я бы просто купил ее, кстати. Блин. Ну, а какие-то беспонтовые видите. Так, тебе предлагаю против сикхизма голосовать. Ой, я не знаю, против каких великих людей. Или, может, за каких-то? Каких-то. Давай против. Против чего? Против ученых. Я не слышу, Арти, что ты говоришь. Против ученых. Против ученых. Давайте против ученых. Но он, собственно, минус Джереса только в Бразилия может сделать. Мне надо как-то ее захватить. В итоге удваивает ученых. Там Сулейман вкинул. Пять глаз тоже. Где вообще Сулейман? Он там один отшибился. Просто у нас тут все плотненько. Через, через пролив от меня живет. Слушайте, я не пойму, а почему вот я двигаю катапульт, и она сразу у меня стреляет? Не прокачанная, только что построенная катапульта. Почему это происходит? Потому что, наверное, с генералом. По дороге, может, с генералом, да. То еще с генералом. Там, если у них больше двух очков... Да, да, по дороге с генералом, точно, все верно. Я забыл, что генерал стоит. Что я тут стены не строю. Не, вообще, конечно, что-то как-то с лояльностью. Я захватил два города у бразильца, которые вроде, знаете, такие не рядом со мной, и оба почему-то не отваливаются по лояльности. Ну, столица, допустим. Ну, столица твоя, счастье. Его рядом еще и очень даже 8 жителей. Это в этом миссис.
оставалось. Четыре клетки меняем всего. На торговую республику. Наверное, тут берем содержание юнитов, можно поставить. Дальше олигархическое наследие. Правда, только для рукопашных юнитов, но тем не менее. Бонус соседства кампуса, ну, это не очень. Новые строители. Боже мой, дай-ка мне науки. Ладно, давайте кампус. Так не прокатывает? И чудеса, может? Надо было ваты брать. Тогда бы прокатить. Да не, 5-5 годов тяжко. И дальше в дипломатическую службу. Так, может отложить пока открытие бомбард немного? А, ну да, у меня нету... Хотя, стоп. Откуда у меня селитра? Так, еще вопрос. Откуда у меня могло появиться 8 селитры, если у меня селитры нету, и я ни с кем не торговал ею? Может, у тебя хатуса? Хатуса нет вроде. Нет, хатуса точно нет. И не была никогда. Тогда ты счастливый человек. Руинка? Нет, тоже не руинка. Я руинки только в начале игры находил какие-то. Ну, может, у тебя под районами? Да нет, нету накопления, ноль вход. То есть я в какой-то момент получил откуда-то 8 селитры просто. Давайте пока все-таки литье отложу. Так, аквакультуру надо использовать. Раз уж построил. Да, вот это, конечно, я удачно Колизей и Артемиду захватил. Что-то меня с каждым разом все больше и больше удручают эти стратегические ресурсы, которых нет просто. Ты сейчас еще и на воде. Да, это какой-то бред, конечно, вот с этими. Ну, тут надо что-то делать с генерацией. Потому что это очень серьезно, ну. То есть, вот, например, мы сейчас на воде, да? Какой-то чувак с селитрой может просто надругиваться над всеми. Просто вот ходить и делать что угодно. Если у тебя селитры нету. То есть, как ты можешь противостоять, если у тебя нету селитры? Типа, что сделать? Молиться. Так, ну я думаю, что можно теперь уже открыть
литье. Ну, как бы не проплыть. Либо из ресифи, либо из гранаты. Будут обстреливать. Так, я подожду. Хочу... Хотя я могу обстрелять город. Может, подойти. Блин, у меня инженер на чудо. Не знаю, где его использовать. Катапульта завершена, центр камня. Вам не стыдно с Исааком Владимировичем? Что за Сасаки Владимирович? Смогу апнуть катапульт, блин, мне надо... Ладно, просто обстреливаем пока. Мокшу. Мокшу в Рио, может, назначим? Так, ну вот это уже нечестно совсем прям. Что случилось? У меня и угля нет, ну что за... Ну вот я о том же, что у меня тоже угля нет. Жопа какая-то. Единотки. С ручками. Что тут делать? Ты красавчик, ты вышел уголь, ты получил преимущество, надо понять. Теперь найди его. Вот самое интересное, что... О, уголь увидел. Плыву. Где ты его увидел? У тебя. Да тебе кажется, нет, бля. Так, уголечки какие. Жалкие. Центр коммерции. А, так я лучше, может, мушкетера его апну, чтобы город захватить. Блин, гранада с катапультами приплыла в Сальвадор брать.
Реально, интересно, откуда у меня эти 8? Восемь селитры взялось. Мегаизвержение. Финикия, мегаизвержение. Бедняга. Да, реквестирую помощь, кстати. Очень надо. Все быстро помогаете. Ну, он забрал ученого на плюс 2. Не помогайте ему. Если бы я забрал, то ты бы забрал. Караванчики, кстати, бразильские. Где бы взять на уровне? Отправить танца. Помещение возьмем. Дипломатическая служба открылась. Поставим. Вместо содержания юнитов. Денег у меня до хрена. Просто дофига. Так, пошли в просвещение, потом строительную инженерию. Шпион? Да не. Без карточки шпионов как-то строить неохота. Что мы тут построим? Кампус тоже. Здесь две промышленных зоны, видимо. Пять населения, между прочим, погибло. Ну, в Брюс... Ну, хотя, может. Я сочувствую твоей утрате. Ты бы знал, как я с кораблем. Там город был 11, а блин, сейчас 6. Надо этот, аква... Бразилец еще этот... О. Опа, можешь кризис взять? Чё за кризис? Да, тут Олецкий написано. Вроде ты что, Рева забрал? Да. Блядь, теперь у меня плюс 2 селитра идет. Откуда? Ты ж можешь посмотреть. Вроде как. 2 от улучшений написано. Ой, у меня накапливается откуда. 6 угля уже. Я вроде ничего не ремонтировал. Спасай меня, детка. Чтобы их апгрейдить, нужны фрегаты, да, получается? Что-что? Нет, что? Ты можешь прямо из каравелл, только уголь тебе нужен. Ой, из квадрирем апать.
Вот, хочу это построить. Так а где посмотреть, откуда уголь идет, ребят? Вот кроме навести на селитру. А сколько для апа, ну? Посмотри карточку, допустим, на 50 оставляешь. 5, по-моему, угля на один же райс. Нет, бразилец минус в джирайсах, это нечестно. Слушай, Индонес, а чё ты карточку не поставил? На плюс 2, плюс 2. Ну чё, у меня и так промка нормальная. Ну ты жук. Дай в карточку. О, закончилось. Сейчас. Я как бы хочу пересузерение, это просто ребята сидят, блин, с вавилонами со всеми. Так, что, пойдем отбивать Рио-де-Жанейро? Пойдем. Да, блин, ничего не даются. Это. Я не понимаю, Соло, вот что ты в каждой игре кому-то мешаешь кого-то захватывать? Вот ты какой-то вот, это... Блин, почему? Вот ну вот так это же игра, как бы, так, так и надо играть. Так иди захвати кого-нибудь, что ты вот это... Давать тебе кого-то захватывать, это значит тебя усиливать, это же неправильно. По-моему, во всех ФФАшках, даже когда если воюешь там сначала, там даже если у чувака нету там того же железа, ему все, по-моему, кидают железо, чтобы попарить агрессор. Ну так кидают железо, они воюют с ним. Нет, так я воевать не буду, я просто мне вылез кризис, я посмотрел, что за кризис дают. У него ничего, поэтому смотри. Бразилец, может, сдашься, а? Нет, бразилец, давай. Строй джерайс. Герой, до самого конца бьется. Еще раз спрашиваю, вы хоть ответьте на вопрос, где я могу посмотреть, откуда у меня идет селитра? Селитра. А если бы я знал, я бы тебе ответил. Ты же сам сказал, ты можешь посмотреть? Вот я теперь тебя спрашиваю, где... Вот я теперь тебя спрашиваю, где... Нет, просто плюс 2, то улучшение написано. Ну, хрен он знает. Так, а что ну вот, подождёшь следующего патча, там поиск идёт. Да. Так, я какой-нибудь сюзерен какой-нибудь города? Нет, не сюзерен, то есть от городов я точно не могу получать. Да какая руинка, если он руинки не подбирал? Андетка, ответное предложение. Ну нет, так нет, да. Господи, тут такой циклон над моим городом навис, что я переживаю. Это он еще уменьшился, он раньше на 3 клетки был. Ну, в смысле, радиус 3 клетки. Так, кто у нас там только первый по... По-моему, Стамбул первый по науке, да? Да, 131 вход. Ну, вообще, по прогнозу, в твою сторону. Магнус. Двигается на... А, не, стоп. Двигается назад. Так, и надо вообще уже наконец как-то заняться. Нет. Где мои? Твою, слушайте, твою. Синяя на синем вообще ни хрена не видно. Все, затихает парень. Чё, ни с кем не могу торговать? Эмбарго, наверное. Кто спрашивает?
На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут увидеть уже прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных она появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!